Сегодня, 2 декабря, завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 километров на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Первой финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер со временем 19 минут 30 секунд и без промахов. Второе место заняла швейцарка Эльвира Эберг с отставанием 12,5 секунд и двумя промахами. И третье место у белоруски Анны Солы с отставанием от победителя 14 секунд и одним промахом. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она заняла 20 место с отставанием 1 минута 3 секунды и одним промахом. Кристина Резцова финишировала 27-й с отставанием 1 минуту 14 секунд и двумя промахами. Ульяна Нигматуллина заняла 29 место с отставанием 1 минуту 16 секунд и одним промахом. Лариса Куклина пришла на финиш 43-й с отставанием 1 минуту 38 секунд и одним промахом. Ирина Казакевич заняла 45-е место с отставанием 1 минуту 46 секунд и двумя промахами. И Валерия Васнецова финишировала на 59-м месте с отставанием 2 минуты 9 секунд и двумя промахами. Напомним, что сегодня также состоится мужской спринт на 10 километров,